Апатичанин стал лучшим дознавателем России. Такого звания удостоили сотрудника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Апатита и города Кировска Главного управления МЧС России по Мурманской области капитана внутренней службы Павла Пяткина. Наша съемочная группа встретилась с победителем. Павлу Пяткину всего 29 лет, но он уже успел стать лучшим дознавателем России. Павел окончил Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы и с 2012 года трудится в Кировске. В коллективе молодой человек характеризуется как исполнительный и активный сотрудник. Ну, добросовестно, конечно, да, очень и внимательный. И к пострадавшим на пожарах, и в работе он вообще, ну, как бы молодец. Конечно, да, очень приятно, что под, скажем, моим началом работает такой сотрудник хороший. Ну, он и в жизни как бы замечательный человек, и очень ответственный сотрудник. Любовь к профессии у Павла идет из детства. Его отец с ранних лет подавал яркий пример того, каким человеком нужно быть. Владимир Борисович и сам работает в сфере пожарной охраны. И поэтому, когда перед Павлом встал выбор дальнейшего жизненного пути, сомнений не возникло. В каждой профессии есть какая-то доля риска, есть какие-то трудности. Поэтому... Но это хорошая, настоящая мужская работа, поэтому я бы, наверное, другой судьбы и не желал бы. И в конечном итоге, наверное, доволен, что все так сложилось. Конкурс на звание лучшего дознавателя проходил в три этапа – область, северо-запад и федеральный уровень. И в каждом Павел Пяткин показал отличные результаты. Как признается мужчина, своей победы он обязан многим. Данное достижение, наверное, не только мое, это заслуга и родителей, и коллег, и важную часть сыграли преподаватели университета, в котором я учился. Наверное, достичь такого результата дала вот эта совокупность всего. Павел своим примером доказал, что благодаря трудолюбию и целеустремленности возможно достичь серьезных высот. В дальнейшем мужчина планирует также активно участвовать в конкурсах и, конечно, работать на благо северян.